и приобретайте красоту. Какая красота. Осенняя, весенняя посадка. Света, тебе что-нибудь подсказать? Нет, Светлана Бакина, мне это нравится. Вот это, возьмите. Купите Светлане. А мне сажать некуда, у меня же квартира. Квартиру тогда возьмите себе, вот Олеандр возьми. Где он у меня? Олеандр. Название какое-то. Можете лимон взять. Можете взять розмарин взять. Ромашку. Ромашку, ну, на улице. Не, нежелательно, это на улице. Ну, это прям красота такая, это осенний, как это. Это сентябринка, ну, это хризантемы, да. Это астра. А сколько же такая стоит? Вересковая. Вот астра, ну, ты... Нет, нет, не астра. 350. Вот это астра. Вот это астра? Это астра, да, вересковая, ампельная. А вон та вообще, она разрастается, видите как? Это каскады, альпийские горки, каскады. Это ж не она из себя, это лаванда. Ну да, правда. Естественно, а что вы говорите, она вон там растает. Тимьян, овсянка, санталина. Ирисы. Вот эти нет. А, то есть. А у сына? Ничего у него нет. Нет? Сам кто хочет, и сам это еще я не буду. Пусть порядок сначала найдите. А еще такое? Ну, я не знаю, что это такие клубни какие-то большие. Ну, так это не белорус, это... А может, белорус? Да, пыльцу они кладут, да, они утрамбовывают, это пчелки уже все делают. О, и осы пролетели. Значит, хороший мед, да? Если осы пролетели. Есть еще маточное молочко, еще мощнее, но оно дорогое. 2000. Не укусит меня? Подвиньте пергу для начала. Пробуйте меня. О, и здесь их полно. Здесь насекомых. И ложки есть. Пробуй. А тут утонули бедные. А тут столько, наверное, самый вкусный. И вот тоже. Ой. А вы не белорусы, вы это? Откуда вы? Мы сами с Ростова, а почём? Ростовская область, Краснодарская. И номер телефона это ваш, да? Да. Ну что, будешь пробовать, Свет? Нет. Пробуйте, молочай, он есть, он такой резкий, лечный, шалфей. Вы на неделю, да? До четверга. Гречичный я вообще не люблю. Что? Гречичный мед вообще не люблю. Но нежный, да, больше? Я разношаю. Пробуйте наш мед. А это мед с чем-то, да? Ну, это мед с акацией, чисто белой акацией. Там пыльца, прополис. Пыльца, прополис. Рампу скрываем. А вы так на память себе? Да, на память. А кому еще? Думаете, подарю кому-нибудь? Ну, мало ли. Рекламируйте, рекламируйте. Кориандр очень вкусный. Попробуйте. Башкирская липа. Вот интересно. Ну что, выбрала? А, вот одну, вот у них только вижу разноправие есть, ты видишь? А то вот у всех обязательно вот он какой-то. Пробуйте.